Приятные неожиданности, сюрпризы и сувениры. Кто же не любит подарки? А для того, чтобы порадовать друзей или близких, и повод не нужен. Сделанное своими руками ценится выше, а потому будем шить авторские игрушки. А поможет нам в этом Сильвия. Но прежде всего, хотелось бы понять, в чем уникальность этих кукол. Это работа моей фантазии, моего воображения. Таких кукол больше нет нигде. Я все приготовила, давайте приступим к работе. Давайте. Я работаю только натуральными материалами. Это бязь, хлопок стопроцентный. Это тоже хлопок. Холофайбер, фоамиран, зефирная бумага. После того, как лекало готово, эскиз переносят на ткань. Затем сшивают ее и только после деталь вырезают. Кстати, это будет ножка. Ножка куклы. И теперь наступает самый интересный процесс, ну, по крайней мере, для меня. Мне уж очень понравилось набивать деталь натуральным наполнителем. Происходит это таким образом. Сильвия, а что дальше? Когда мы набили ножки, ручки, тело, голову, начинаем пришивать первым делом ноги. Пришиваем ноги, затем у нас идут руки, и последняя у нас идет голова. В итоге получается вот такая кукла. У каждой куклы свой стиль, свои наряды, юбки, платья, комбинезоны. С учетом уже имеющейся идеи, реализация технической части работы от самого начала и до конца займет порядка 8-10 часов. С такой куклой можно играть, но все-таки чаще их используют как элемент интерьера, а потому понравятся они людям всех возрастов. Если честно, я и сам нахожусь в восторге. Уже давно расческой не пользовался. Стефан Филатов, Руслан Хохлов. Утро нового дня.